12 сентября 1991 года вступил в силу указ о придании военному комиссариату статуса республиканского органа и подчинении ему всех военкоматов республики. Таким образом, 12 сентября было определено днем местных органов военного управления. В Усть-Каменогорске торжественно отметили профессиональный праздник военнослужащих. Руководители силовых структур, ветераны вооруженных сил, участники боевых действий, члены семей военнослужащих собрались в зале областной филармонии на торжественном мероприятии. Сегодняшний праздник, я думаю, провели очень актуально, очень хорошо. Вспомнили всех наших ветеранов, которые были, еще служили в органах, как военный комиссариат. Мы никого не забываем, нас не забывает департамент. Приглашают постоянно на все мероприятия. Я хочу сказать спасибо нашему руководству, нашему организатору, заместителю департамента по делам обороны по воспитательной работе и идеологической. Ну, всем хочу сказать спасибо, те, кто служит в органах, местных органах управления. Желаю им здоровья, желаю им самое главное здоровья и успехов в работе. На мероприятии состоялась церемония награждения памятной медалью «Казахстан. Патриоты» начальников правоохранительных органов и руководителей предприятий Восточно-Казахстанской области за деятельность по повышению имиджа вооруженных сил и совместную работу с местными органами военного управления. За активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи также награждены ветераны и участники боевых действий на территории других государств. Полушарада. В этом мероприятии принимают участие наши ветераны и солдаты нашей армии. 12 сентября – особенный день. В этом зале сегодня идет концерт. Все это – часть военно-патриотического воспитания молодежи. Для гостей организовали яркую концертную программу. Не остались в стороне и участники детско-юношеского военно-патриотического движения «ЖАС Сарбас». Участвовали в масштабном мероприятии, где показывали номер. Наш сарбаз сегодня показали номер, по которому заняли первое место на международных соревнованиях «Айбын-2024». Мероприятие очень сильно понравилось. А также хотелось бы поздравить всех военнослужащих с профессиональным праздником. Департаменты, управления и отделы по делам обороны являются неотъемлемой частью вооруженных сил Республики Казахстан и играют важную роль в системе обеспечения обороноспособности страны. Подразделения местных органов военного управления выполняют задачи по комплектованию войск и военно-учебных заведений, ведению учета и организации подготовки военно-обученного резерва, военно-патриотической работы среди молодежи.